балерина Анастасия Волочкова после двухнедельного отдыха с новым кавалером на Мальдивах устроила скандал на борту самолета. Анастасию возмутило требование стюардессы соблюдать масочный режим. Очевидцы сообщают, что артистка была немного пьяна. По словам бойфренда Анастасии, Сергея, она просто сидела и пила кофе без маски, когда к ней подошли и настойчиво попросили надеть маску. Сергей заступился, мол, как же она будет пить кофе в маске. Стюард терпеть не стал и сообщил, что по прилету их встретят полицейские. Ну, вот и полиция. Вскоре веселая Анастасия уже ехала домой с кавалером. Сергей назвал полицейских классными ребятами и сказал, что сотрудники полиции приглашены на балет Анастасии Волочковой. Да, едем домой. Вот, нас сейчас ждет прекрасный ужин от золотого человека. Да, ну, реально золотой человек. Да, Лолочка нам это сделала. Плов, да. А мне холодец, когда давай поженимся. Плов и манты. Манты, да, тебе манты. А мне холодец, когда давай поженимся. Ларисочка Гузеева, моя дорогая. Все у нас отлично, все у нас хорошо. Вот, мы пообщались с представителями полиции. Золотые ребята. Ну реально, вообще. Вот, многие будут на твоем балете, да? На моем, да, на да, да, да. А, кстати, детьми, знаете, да. А полицейские эти были, оказывается, на да, полицейские так. Вообще Рустам, классные. Рустам, скажи, чтобы это, да. Кальян уже угли ставила. Вот. Сама Анастасия дала понять, что ей все равно на стюардов. Ее ждет кальян. Абсолютно эти люди, потому что у меня сейчас кальян стоит на столе, вот, дома. Вот, все нормально, нас дома ждут, любимый котик.